Shakhtar campeão. Приветствуем тебя в Шахтере. Какие твои первые впечатления, что можешь сказать? Спасибо. Ну, в первое впечатление, наверное, наилучшее. Все-таки хочу поблагодарить клуб за возможность. Прекрасно знаю, насколько велик Шахтер. Я уверен, что это будет очень хорошая совместная работа. Да, конечно же, видел несколько матчей. Ну, даже потому, что здесь огромное количество бразильцев. И, конечно же, мы смотрим, болеем за своих друзей. И, как я и сказал, я знаю, насколько велик этот клуб. И без всяких сомнений, когда были игры, да, Лиги Чемпионов особенно, я смотрел. Возможно, ты знаешь игроков, которые сейчас выступают в составе Шахтера. Да, конечно же, знаю Майкона, знаю Дентиньо, знаю Дудо. Это ребята, с которыми мы играли в одном клубе, в сборной. И есть другие ребята, которых я также знаю, бразильцев. Ну, это Витао, Сиприано, Фернандо и другие. Ну, по крайней мере, мы уже либо виделись, либо я просто о них слышал, но знаю. С кем-то из них ты общался перед тем, как перейти сюда? Может быть, советовался, спрашивал что-то? Да, конечно же, до того, как пришел, я поговорил с Майконом, с Дудо и с Дентиньо. Они мне дали наилучшее описание о клубе. Они меня успокоили, сказали, что не беспокойся, тебе здесь помогут все для того, чтобы ты показывал себя наилучшим образом. Они мне отправляли сообщения, спрашивали, ну что, какое решение ты принял? И говорили, как я и сказал, только хорошее о Шахтере. Поэтому я сегодня очень рад, что нахожусь здесь с вами. Возможно, ты знаешь игроков, которые ранее выступали в Шахтере, а теперь играют за большие европейские клубы. Ну, по имени знаю, но никогда никакого контакта с ними у меня не было. Очень много игроков. Конечно же, слышал о Жадсоне. Он был также в Коринтиансе, здесь оставил свой след в истории. Но я уверен, что без всяких сомнений из Шахтера ушло огромное количество великих игроков, которые сейчас играют в топ-лигах. Я сейчас постараюсь также построить здесь красивую и успешную историю. Какие сильные качества ты в себе видишь? Но я очень хорошо вижу игру, могу читать, у меня отличный пас, я силен в единоборствах, и думаю, что завершение атак, удары по воротам с дальнего расстояния также мне дается непросто. Также мне дается нелегко. В Шахтере достаточно много исполнителей высокого класса, не боишься ли ты конкуренции, и также много бразильцев? Нет, прекрасно, нужно понимать, что все-таки в таком клубе все игроки сильны. Я со своей стороны должен работать, стараться, отдаваться полностью работе. Вне зависимости от конкуренции, мы должны уметь жить и выживать в таких больших командах, как Шахтер. Я думаю, что каждый должен носить свой вклад в эту команду. Для себя лично какие цели и задачи ставишь вот прямо сейчас? Ну, как я говорил, я стараюсь всегда думать от игры к игре, от сезона к сезону. Я приехал сюда для того, чтобы помочь команде стать победителями, стать чемпионами. И вне зависимости от того, где я нахожусь, я всегда иду по этому принципу. Вместе со своей семьей, вместе со своей командой мы всегда будем стараться добиваться всех побед и максимальное количество трофеев. Уже решил, под каким номером будешь играть? И, возможно, какой-то, ну, есть фаворит, нравится какой-то номер?
Ну, на самом деле, пока еще не знаю. Но это все-таки не так важно. Самое главное, как ты играешь, а не какой номер у тебя на спине. Нужно помогать команде. Кто из игроков на твоей позиции для тебя является примером? Quem sabe что você ídolos na tua posição? Ah, eu particularmente pelo fato de ser canhoto, gosto muito do Messi. Ну, лично я, потому что я левша, мне нравится очень Месси. Также есть и Неймар, который, думаю, является кумиром, ну, для всех бразильских игроков. Ну, в принципе, вот эти те ребята, которыми я восхищаюсь. Сергей Анатольевич, почему именно Педриньо, да, что Шахтер увидел в этом футболисте, и почему вы решили пригласить именно этого игрока в наш клуб? Прежде всего, мы хотели его пригласить еще больше года назад. Мы вели переговоры с Corinthians, но тогда у нас не получилось договориться. Вот сегодня серьезное событие, мы договорились с футболистом, договорились с Бенфикой уже. Вот, поэтому для нас это, как говорится, такой... длинный путь, длиной как бы так больше, чем год, поэтому это говорит о том, что мы его достаточно давно хотели видеть в нашем клубе, но, к сожалению, не получалось. Вот. Почему Педриньо? Потому что он уникальный футболист, он может играть как на позиции 7 вингера, как на позиции 10, поэтому, скажем так, во многих позициях он именно вот в атакующей линии, он достаточно силен, очень хорошо играет между линиями. Один в один — это топ-класс, скажем так, мирового уровня. Поэтому, собственно, из-за этих всех характеристик мы его приобрели. Вот, и играет в атакующий, в наш футбол, который соответствует философии нашего клуба, который соответствует философии нового тренера, которого мы взяли. Вот, поэтому... К сожалению, прошлый сезон, когда он был в Бенфике, он себя, скажем так, не показал тот футбол, который он играл в Коринтиансе, за что он нам понравился, за что мы полюбили его, и сегодня сделали эту сделку. Почему? Потому что Бенфика играет немного другой футбол. То есть, когда Бенфика его покупала, тогда был другой тренер, тренер поменялся, то есть его видение футбола тоже поменялись. Поэтому, скажем так, для Педриньо, ну, скажем, сезон прошлый не совсем задался. Вот. Но я уверен, что с Де Зерби, с нашим новым тренером, он будет показывать совсем другой футбол, другого качества, другого уровня. Вот. И мы все будем наслаждаться тем, что будем видеть на поле. Но мы всегда инвестировали серьезные суммы, всегда мы получали результат от наших инвестиций. Поэтому вы же прекрасно понимаете, что если не инвестировать, то ничего не будет. То есть сегодня наша, скажем так, главная задача, главная цель – это достичь серьезных результатов в Лиге Чемпионов. Поэтому вся концентрация на это направление. Вот, мы хотим о себе заявить серьезно в Европе, поэтому, естественно, делаются такие инвестиции. Ну, скажем так, финансовый аспект я не хочу обсуждать, потому что, по большому счету, там есть определенные нюансы, о которых никто не знает, поэтому это конфиденциальная информация. Но хочу сказать, да, то есть инвестиция существенная, инвестиция весомая, я уверен, надеюсь, что будет оправдана. Контракт на сколько лет? На 5 лет. Это не последний трансфер этого лета. Будут ли еще и, возможно, на какие позиции? Ну, хочу сказать, что я надеюсь, на следующей неделе еще будет один трансфер, поэтому ждите и все увидите, услышите.